И снова привет всем, с вами Эллин, и вы находитесь в первом видео первого дубля мультиплеера Assassin's Creed Revelations, в котором я буду играть в первое большое дополнение к игре, которое называется что-то там... Там такое большое слово страшное. Медиритирен, что-то там какой-то Travelers Map-пак, в общем... Что-то я это слово не помню. Но, в общем, здесь всего 6 карт. Вот, и они, как бы, в них можно поиграть отдельно от всех остальных, поэтому про все старые карты забудем и будем играть только в новые. Правда, написано, что низкая активность, поэтому, я думаю, будет сложно найти людей, но я постараюсь. Надеюсь, полный сервер хотя бы наберется. Какие карты тут есть? Давайте сначала посмотрим карты. Три новых карты. Карт, конечно, всего 6, но новых всего 3. Это Иерусалим, Красильщики и Империя, которая называется в оригинале Константинополь. Я не знаю, почему Акила перевела ее как Империя, но хрен его знает. И еще 3 пришли из Assassin's Creed Brotherhood. Видимо, это самые интересные карты из прошлой части. В принципе, за 10 баксов такой набор был бы для меня неплох. 345 рублей он стоит в нашем российском PlayStation Network магазине. Но, вчера, когда я зашел в магазин, я увидел этот мап-пак, и рядом лежал еще точно такой же картинка, еще какой-то файл. Я навожу на него, смотрю, написано тот же самый мап-пак, только в виде пробной версии. И написано, что можно играть 2 дня на этих же самых картах, но абсолютно бесплатно. И, по-моему, это эксклюзивные предложения для PS3. Я считаю, что это достаточно круто со стороны Ubisoft дать попробовать карты. Потому что действительно думаешь, ну вроде как бы старые карты не изучил. 10 баксов отдавать, всего 3 карты новых. Может, 3 старые ты уже видел. Как бы в чем смысл тогда отдавать? А тут, опа, взял, посмотрел, тебе понравилось, и ты их купил. Конечно, я покупать их не буду, потому что я как раз наиграю в эти 2 дня все, сколько смогу. Сделал, наверное, 2 дубля в этом DLC. И хватит на этом. Ну, вдруг, если они там не захочется когда-нибудь у него поиграть, я его, конечно, куплю. Но сейчас я абсолютно бесплатно поиграю и покажу вам, какие карты здесь есть. Я считаю, что это достаточно круто, тем более, что эти вот 345 рублей я смогу, например, на них купить, допустим, Gotham City Impostors, который выходит в феврале. А может быть, что-нибудь другое и вам показать. В общем, это все тоже достаточно неплохое стечение обстоятельств получилось, и скорее всего сейчас мы будем играть на, не знаю, тут написано вот режимы различные можно выбрать, и тут как бы не как сделано, допустим, в Halo Reach или в Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, ну, в каком-нибудь из Call of Duty, в котором выпускались после выхода игры дополнения, когда можно было просто нажать выбор карт, выбор игры на серверах с DLC-картами и играть, соответственно, в какой-нибудь из режимов, командный или одиночный, ну, точнее, одному против всех. А здесь приходится выбирать режим. То есть там, в принципе, можно было выбрать только либо ты играешь один против всех, либо командой, и там как бы чередовались различные режимы. Тут же надо выбирать один из режимов. Вот я сейчас и гадаю, в каком из режимов весь народ собрался, если даже здесь низкая активность. Но я думаю, что самый популярный среди народа это розыск и охота. О, даже рифма получилась. Самый популярный среди народа розыск и охота. Охота крепкая. Балтика 9. Ладно, проехали. Я пиво не пью. И поэтому мы начнем, наверное, с охоты, потому что, ну, я человек, любящий играть в команде, поэтому одиночные, не одиночные, а одному против всех играть мне не особо интересно. Разве что в розыск, может быть, зайти. Но моя цель показать вам просто карты, потому что, в принципе, весь геймплей и все фишечки вот мультиплеера можно посмотреть в предыдущих моих играх мультиплеере. Если вы их не видели, то заходите на мой канал BioAlienR, если вы, допустим, до сих пор не знаете, допустим, кто я такой. И можете посмотреть мультиплеер Assassin's Creed Revelations и все, что там остальное есть, не связанное с Assassin's Creed. Я считаю, что я достаточно неплохо справился с 3 дублями и показал достаточно хорошую игру, потому что этот мультиплеер мне действительно нравится. И извиняюсь, конечно, за такое долгое вступление, поэтому переносимся сразу в
битву. Ну, на охоту я не попал, но попал в убийство. И я попал в убийство на карте Сандоната. И это самый стрёмный режим. Господи, и тут одни престижи бегают, по-моему. Охренеть. Сейчас будем разбираться, чё к чему. Где-то тут он поблизости, рядышком. Где? Он совсем... Охренеть, да вы посмотрите на это. Я ничего даже сделать не могу. Как он узнал, что это я, например? Так, сейчас я до него дойду. Чего? Что это было? Вы это видели? Что за хрень сейчас случилось? Я... У меня вообще вариантов нет никаких. Я не понимаю, что случилось. Он меня за... Ох, все понятно. И, нет, ни хрена не понятно. Сейчас до сюда дойдем. Он по-любому в стоге сена. Чего? Вы это видели? Ну... Мне даже убежать не дали. Так это хрень какая-то. Надо побольше давать времени для того, чтобы сообразить. Да, господи, этот убогий режим. Почему мне его дали? Он по-любому в стоге сена опять. А? Да это что за хрень, там же в стоге сена кто-то был. Ох. Короче, хрен его знает. Это явно не мой режим. И вот это вот что-то было от стенки, когда он прыгнул. Это было что-то совсем уже задротски. Ну что ты, чего вы хотите, 13 тысяч? По-моему, играть надо каждый день по 6 часов. Вот смотрите, я его... Я нажал на кнопку раньше, до того, как он меня захватил, нет? У него получилось раньше меня захватить и убить. Да что за чушь-то такая, а? Нахер этот режим? Не хочу я в него играть. Вообще нет желания. О, господи, да это вы что за хрень-то такая? Я только его... А как мне сток сена захватить, если там он лежит? И мне не дают раньше захватить, а он может меня. Да это же тупость какая-то. Опять в стоге сена лежит, смотрите. Мне туда показывают на него. Ага, все. Окей. Понял, никого. А где все-то? Идем, идем. Ух ты, я даже не последний. А, потому что кто-то вышел. Ну так с ними играть невозможно, это же надо. Блин, не успел. Ну и, а как мне его захватить? Вот он бегает, почему мне не дают его захватить?
А, так у меня уже был кто-то захвачен, как? Посидим, подождем. А, я захватываю, у меня появляется кружок. Слушайте, сразу не заметил. Я отвык уже от этого режима. Он идет впереди. Вот как он меня, вот как он меня увидел? Я даже не понял, как он меня увидел. What the fucking shit? Чё за чушь была такая? А вот смотрите, он меня сейчас застанил. И как мне, как его вот, он меня, помните? Он меня застанил, потом еще смог убить как-то сразу. Это я чудо... Это режим дебилизм полнейший. Ну здесь никто не приходит, по-моему. Да. Этот режим очень говёный. Давайте другой выберем. Ребятки. Во-первых, еще тут престижей набралось до хрена. Я даже не удивлен. Нет, ну как он от стенки отпрыгнул, потом меня решил убить? Это что-то какая-то чушь была. Фига себе. Я еще попал в зал славы, ни хрена себе. Вот это поворот. Прям ж ебалан, по-моему, продюсировал этот матч. Эй, где мои дополнительные кредиты? Алло, гараж. Я же был вчера в мультиплеере, что за хрень? Где вообще весь народ? Почему он не играет? Ну я понимаю, что, конечно, 2 часа дня сейчас. И 12 часов... Нет, 2 часа дня у нас, 12 часов по Москве. Хрен его знает, где это что дальше. Убийство, вот. Сопровождение. Давайте сопровождение выберем. Давайте! Ребятки! Мы должны командный выбрать режим! Один голос! Ё-моё, у меня тоже один голос был! Почему выбрали? Нет, я, пожалуй, откажусь от реванша, не хочу играть в этом режиме.